Идут сюда, слушай, Рошан. Да, рисуют. На самом деле, если у тебя сейчас войдет Энигма под смоком. Понес Блэкхолом. Влетает Бэтрайдер, расталкивает всех абсолютно, и Пупей, нет, Бутагер, как деньги всех порезал здесь. Проблема, как и Лоду копнули, Лода по-прежнему живой, Лода умирает, и цепнули Гема тоже проблемы, там ГМ, это минус 4, и С4 умирает, Дэнди, ультракилл. Full team, five team man vibe. Короче, вы поняли, да? Подернул. Так, стан. Хукшот. Там мимо хукшот, стан Пупея. Пупея Свена, как здорово, Фаник спускает его, подтащил вниз, и должны его тут разбирать, не он, стан. Пупей, не минус Свен. Боже, как играть Нави, здесь вот грызет тем временем С4, С4, огромные траблы, у него это Дэнди, минус С4. Киллинг 3, сбили Айгис Дэндику. Нет, не сбили, Фурион, заблокит. Минус Фурион. Но это развал. Это развал. Нави просто-напросто убивает. Киваться, еще и даггер всех набавит. Ну и минус Варак. 23 минута. Стан в Аке. Аке пытается хилить. Стан ворвался хвать вверх. Куроки может умереть. Здесь стан в Энигму. Энигма умирает. Отлично. Наконец-то альянсы начали убивать. Минус Кура, минус Папи. Пайбэк тут же от Куроку и ТП на Т1. Возвращается в драку. За Дэнди. Мне интересно, Дэнди будет драться с ним? На самом деле, Дэнди им тут не убить. Хотя под ГДСом у Свена возможность такая есть. На Аке еще убьет. Ой, красава. И смотри, Манцы дальше. Наверх сейчас опять летит, его с этой стороны окружают. Дэнди, закрыли. Дэнди, тут же Свен, тут же С4. И наконец-то они его прижарили. Это Аегис. Это Аегис, но слушай, сейчас... тут уже Куроки. Куроки сейчас может как-то копнуть всех. Дэнди, закрыли. Вот Дэнди улетает. На развороте. Отличный подкоп, Куроку. Ультимейт, фух. И Висп. Висп выживает. Куро поймали. Дэнди ушел. Нет, Куро... Так, все-таки минус Висп. Боже, какой трэш. Дэнди убегает, за ним Некрономикон, Лода, Дэнди got life, Дэнди 12-1-4, Дэнди возвращается в драку, потому что есть проблемы у Клокверка, который пытается улететь, вот здесь же Клокверк ультует паника, Дэнди очередной фраг с фастом делает, тут третий Некра бегают, Дэнди пошел в атаку, видит Лоду, будет ли Чакрам, вот он Чакрам, Лоду останавливает, тут же Стас. Ну и проблемы. Проблемы Лоды, ставится стамбар. И вот он, Блэкхол, наконец-то, от Пупея. Лода пытается здесь что-то делать. Руки его зарезают. Дэнди, Чакрам. ГГ, ВП, Нави. 25 минут. Это просто браво. Это реально охренительная игра, Нави. У меня просто других слов нет. На самом деле, это драка на Рошане практически забил гвоздь групп Alliance. Да, на Рошане было что-то с чем-то, конечно. Ну, как так получилось, что они все... Ну, как получилось? Узкий проход и все, вот так вот и получилось. И Дэнди их просто всех там сначала Чакрамом, потом Чейной пролетел и всех просто-напросто повырезал.